Привет всем! Сегодня хочу показать, как я делал пластмассу от крышки багажника. Вот выломанный кусок не хватает. Они будут вставлять. Для начала обрезаю края. Извиняюсь за не очень хорошее видео, но так получилось. Обрезаю края, чтобы легче было подогнать кусок пластмассы. Вот беру кусок пластмассы похожего состава, чтобы спаялось. Для удобства обрезаю кусок, чтобы было удобнее мерить. Снизу подставляю и обрисовываю выломанный кусок. Затем по меткам обрезаю, не спеша, лучше потом подогнать, чем потом выпиливать опять другой. Ну вот, примеряю, вроде все нормально подходит, рисую место, где должен быть изгиб. Нагреваю феном. Феном нагреваем так, чтобы не растягивалась пластмасса, но легко гнулась. Вот. И по краю, по загибу обшивки загибаю. Если надо, можно догреть, чтобы пластмасса приняла свою форму. Вот. Как бы согнул, все подходит. Пропаиваю. Ну, такие вещи я делаю паяльником. Усилия там практически никакого нету. Можно потом еще будет усилить снутри. Это каждый делает по-своему. Кто впаивает сетку металлическую, кто стекловолокном. Ну вот, пропаиваю изнутри. Я лично беру материал от подушки безопасности выстреленной и проклеиваю суперклеем, так чтобы она пропиталась. Но для этого должна быть идеально ровная поверхность. Ну, можно не очень идеальная, но достаточно ровная, чтобы она приклеилась и держит довольно-таки хорошо. Ну вот, пропаял. Теперь зашлифовываю зову сердца от паяльника, сравниваю углы. Вот. Делаю это машинка 80, руками здесь нереальная пластмассу. Она только волосится и все. А машинка довольно-таки нормально спиливается. Сравниваю кантики. Ну вот, примерно так вот похоже. Швы зашпаклевываю шпаклевкой для пластмасс. И затираю. Обычно это я делаю 80 номером. Потом градацию уменьшаю, чтобы не было рисок. Ну вот, зашкурили. Как видим, есть заусенец от литья пластмассы. У нас его нет. Его и не было, мы его спилили как бы. Придется его сделать. Наклею в 3 слоя малярного скотча и протягиваю шпаклевочкой. Не сильно выдавливаю, но и не ложу бутерброда. Отрываем. И получается бортик наподобие литья. Конечно,
вариант будет не идеальный, но другого я пока не знаю. Вот. Когда подсохло, затерли. Сейчас беру структурный баллончик для бамперов. Издалека не сильно нажимаю на колпачок, чтобы краска распылялась большими каплями. Чтобы было более-менее похоже на структуру всей обшивки. Ну вот, это как выглядит изначально грубо. Залез на другую, на целую сторону. Даем этому просохнуть. Когда все высохло, беру целлофан и мну его. Так, чтобы он был такой сильно помятый. Вот такой, видите. Это простой мешок с магазина для продуктов. Тоненький. Беру опять же структурную краску и наношу не толстый слой, но и не тоненький структурной краски и приклеиваю мешок. Получается такая структурка, как бы мятая. Приклеиваю, проглаживаю, ну и сразу снимаю, чтобы он до конца не прилип. Ну вот, получается вот такая структурная, примерно похожая. Ну вот, покрасил в цвет. Вот как получилось. Ну вот и все. Желаю всем удачи. С вами был Артур. Спасибо.